Hey, yo, guys, с вами Шумики, и мы продолжаем проходить игру. Так, 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 сейчас сюда принять, сюда админом. BioShock. Я не знаю, почему она постоянно слетает. Короче, я решил все-таки поставить, чтобы было удобней. Но буду привыкать все равно. Получается, когда буду ставить или взламывать... Такая скорость мышки, это я поворачиваюсь немножко, миллиметра. Так, немножко прибавить. А это сейчас буду играть. Ну, короче, вы поняли примерно. Я не понял, где я сейчас. Способности, но воображение. Я понял. Короче, они мне решили втихаря врагов, да, пускать. Где на хороший? Поверхности паразиты ждут, что доктор вылечит их за бесплатно. И чем они отличаются от того извращенца, который охотится на улице на несчастных, которых используют для своих чудовищных развлечений? Так, надеюсь, эти враги тоже не повставали все. Вы получили особые боеприпасы. Смените тип боеприпасов колесиком мыши и Б. Выбирайте нужные боеприпасы для каждого противника. Но у нас на shift это все дело. Я не знаю, почему мне все равно стало довольно громким. Очень громким. Так, ладно, пули мне не нужны. А, это от меня звук. А, это капает. Я думаю, что за звуки, что за трески, что за херня? Что за невиданная сила? Так, мы тогда здесь, да, все с вами очищали? Да, враги остались, трупы имею в виду. Нам... Вау, просадка какая-то. Вечное пламя. Так, мы тут были, тут мы все обыскали с вами. Ага. Так, не сюда. Прекрасные зубки. Не сюда. Электрические идеалы доктора Штаймана. С учетом генных модификаций, красота перестает быть целью или даже достоинством. Она превращается в моральный долг. Разве вы вправе принуждать здоровых людей жить бок о бок с заразными больными? Смешиваем ли мы законопослушных граждан с преступниками? Тогда как можно позволять некрасивым смешиваться с теми, кто прекрасен? Понятно, ясно. Так это не открывается. Блин, можно, чтобы не шатало экран, когда он идет? Ну что, никто не может тут убраться! Вымойте все! Тут микробы так и кишат! Почему у нас два глаза? По какому такому закону? Две руки, две ноги, два у... Я не закончил! Не закончил! Тебе придется найти способ пробиться в операционку и мимо Штайнмана, и выше нос. Господь ненавидит нытиков. Грохот такой прямо как фейерверки на 4 июля.
Здесь вообще-то взрывчатка в дефиците. Но если удастся раздобыть телекинетический плазмид, то запросто можно перехватить бомбу на лету и швырнуть ее обратно. Или что угодно другое, что окажется у вас на пути. 4 удара! Какие нахер 4 удара? Вы издеваетесь? В кошельке маловато денег, в банке биоматериалов... Бесплатный плазмид при классных стоматологов. Неприлительный план выплат по любой крупной процедуре. Смертоносные болезни не будут ждать до получки, а вы... Я тоже не буду ждать до получки. Подожди, это... Это небольшой папочка, это скорее всего где-то кит. Здесь, около двери сразу. Ведь я могла встать знаменитым! Это... Дармоед! Поразит! Надеюсь, было весело! Эндрю Райан задает вам проблему. Вы человек или раз? Дорогой, не стоило, право же. Мастер. Ну, страшно, но не очень. Пока что. Наверное. Так, если не ошибаюсь, их можно ломать. Да. Их можно ломать и получать аптечку. Меня кто-то стрельнул или мне показалось? Ну ладно. А это что? Похоронная контора. Так, мне вечный огонь, да, нужен? На добрую память. Я повсюду чую эти чертовы штуковины. Это глаза и уши Райна. Ну, поехали. Сюда. Сюда. Ладно. Так, взломанная камера слышит ваших врагов и направляет к ним роботов-охранников. Идеал. А, это типа печки? Радость хакера. Новый физический туник. Радость хакерам. Благодаря радости хакера ваше тело перерабатывает ток от взломного устройства в мощь исцеляющего средства. Взломывай и исцеляйся. Вы выбрали свой первый физический туник. Физические туники делают вас крепче и сильнее. Они применяют отдельно от плазмидов и других видов тоников. Пускай будет. Короче, когда я теперь взламу эти, либо что-то вообще взлам, мне отхиливает.
неплохо. Ну, давай, бери свою шлюху и вали. Но я все оставлю себе, все. Слишком скрытный, чтобы его кто-то заметил. А, спасибо, что пришел. Так я понимаю, мне туда надо. Классный морг. Так, это там, где сломаты ступеньки. Аптечка мне не нужна. Здесь бродят паразиты. Мы возрождаем город, а потом приходят маловеры и добавляют дёготь в наш мёд. Тысячу адамов тому мужчине или той женщине, что остановит их. Монатин громкий. Сжигание. Сжигание, когда необходимо что-нибудь спалить, не сомневайтесь, жгите. Поджигайте живые и неживые объекты, повторяя, используя усилия боли, от 12 лет и старше. Сожгите врага в 1000-градусном пламени, но будьте осторожны с огнем. Это наш дом! Наш! Это платье. Ты его бластер? Окей. Все пути в восторге ведут к Райну. Служба безопасности, мутанты, большие папочки, сестрички. Он что-то такое разбрызгивает в воздухе. Кажется, это называют феромонами. И заставляет всех плясать под свою дудку. А вон оно что. Так, мне бы побольше денег на самом деле. Если можно. Короче. Телекинеза у нас нету. Выбрать следующий плазмид, колесико вниз. А, ну это я понял. Но мы можем сжигать. Сжечь мы можем две вещи сейчас. Это вот этот проход и проход снизу. Паразиты зарятся на восторг. Следите за паразитами. Мне кажется, мне сюда по-любому надо. Но мы пойдем вниз. Епа! Он тележку меня кинул. Я ж испугался. Ага, дробовик дают. Так, давайте тогда пойдем вверх. Ни хер тут стоять и плакать. А парень молодец, спрятался. Так, кодовый замочек у нас. Ага. Введен неверный код. Хорошо. Так, 0-4-1. О! С кремом музыкальный автомат. Так, 0-4-5-1.
0, 4, 51. Автозломщик. Иди сюда, да, беги! Надеюсь, было весело. Я туда не... Вот туда я не хочу идти. Манать, дым есть. Манать тут дымно. Дымно за дымно. Деньги. Боеприпасы новые. Кислотные какие-то. Ну, поехали. Так, спасибо. Хотя мог бы его не уничтожить, забрать патроны. Давайте, наверное, автозлом. А, то есть, может быть, неуспешно? Я понял. Будем тогда сохраняться, ребята. То, что есть вероятность неудачного еще, как я понимаю, взлома. Вот снова, что это был за херня была? Нужно не забывать то, что я прыгать могу. Ой, блядь! Эксперт безопасности. Новый инженерный тоник эксперт безопасности. Новые... Продолжение от суперхакера. Эксперт безопасности разработан для взломщика, специализирующих на отключении электронных средств. Безопасность. Ваша безопасность зависит от эксперта безопасности. Уменьшает сложность при взломе турели. Работает... Так, роботов, камер слежения. А сейфов? Ну ладно. Сомневаюсь. Зараза, я вот знал. Я знал, что куда-то он все-таки делся. Не, слушай. А ты молодец, сюда залез, такой спрятался. Почетно. Ну, типа, я думаю, она мне... Не нужна? Да, плюс патроны. Нахер мне турель здесь. Я звезда, а не ты. Если ты не прекратишь, я закричу. Ты
величайшее из возможных. Я не понимаю, почему они говорят, когда умирают? Человечеством было худшим. Рабство. Геноцид. После этого я просто думаю, да что, по-любому кто-то есть. Это орудие, породившее... Оказалось, есть. Альтруизм. Так, патронов мне бы купить сходить, наверное. Может, мне деньги еще пригодятся, кто знает. Так, второй мы вход открыли снизу. Я кого-то слышал. Кто-то там рядом со мной стоит. Не знаю, конечно, кто, но я знать тоже не хочу. Так, ну ладно, там камера только. Так, труп. О! Коррозионные боеприпасы. Так, новый боевой тоник. Держатель ключа. Держатель ключа позволяет вам более мощно и эффективно использовать оружие типа дубины. Увеличит урон от гаечного ключа. Начать, поехали. Не бесит то, что нужно постоянно эти сначала открывать. Ладно, звуков мы не боимся, потому что они нам, по крайней мере, пока что ничего не сделают.
Так, теперь мы сохраняемся, потому что здесь сейф. Тут сейф. А сейф мы будем открывать при сохранении. Я виски выпил, черт. О, у меня уже максимум. Клинические испытания, серия 44, доктор Сушонг. Клиент Фонтейн Футуристик. Объект белый мужчина, имя Роналд Уоллес. Вы меня слышите, мистер Уоллес? Да, сэр. Да, мистер Сушонг. Отлично. Итак, вот наша серия 44. Мы дали нашей 44-й серии кодовое название «Бешенство». Из-за ее свойства... Сестра, держите его! Сестра! Понимаю. Противопехотные патроны. Бронебойные. Противопехотные. Интересно, какие из них? Нужно по ценникам посмотреть, какие лучше из них. Ну что, нам сюда предлагают? Так, пока что я брать не буду, нихера. Хотя мне кажется, дробовик. Дробовик мне брать по-любому придется, да? Я забываю, что shift это не то. Так, электрический у меня есть и обычный. Пипец. Нахер так пугать? Знаете, как это стрёмно? Когда хер знает откуда, на тебя просто налетают. Чем мне так мало денег дают? Так, а что мне по карте? О, тут что есть? Для дробаша все. Так, 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 и здесь здоровый проход. Так, заперто. Так, аптечка. Аушвицы меня поставили проводить генетические эксперименты над другими евреями. Они называли меня вундеркинд, чудо-ребенок. Немцы, они ни о чем другом говорить не способны, кроме голубых глаз и формы черепа.
А мне было интересно, почему один рождается сильным, а другой слабым. Один умным, а другой дураком. Столько убийств. А эти немцы хоть бы добились чего-то полезного. Кажись, я нашел то, что искал. Так, и сейф я нашел. Сохранить, сохранить. Ну ладно, деньги хотя бы. Клинические испытания, серия 23, доктор Сушонг. Клиент Фонтейн Футуристикс. Работа над телекинетическими плазмидами продвигается успешно. Поднятие предметов в воздух на расстоянии не представляет сложностей. Перемещение предметов в пространстве без проблем. Остановить пулю на лету пока не удается, но получается поймать и швырнуть обратно быстро движущийся объект. Проблема не в плазмиде, проблема в скорости реакции. У Сушонга появились новые задумки насчет плазмидов. Понятненько. Телекинез. Новый плазмид, телекинез. Поднимайте крупные предметы силой мысли. Швыряйте их во врагов. Что если вас нужно знать? Так, у вас закончились ящики, вам придется заменить плазмид. Вы можете купить дополнительные ящики в саду сборщика. Смена плазмида можно в генном банке. Давайте места огня. Огонь мне по факту больше не нужен. Кидайте в противника любые предметы. Поймайте гранату на лету и бросьте ее во врага. Так, схватить предмет левой кнопкой мыши, нажмите и удержите. Швырнуть предмет левой кнопкой мыши и отпустить предмет В. Ловите гранату и... Я понял. Понятно. Ну куда же ты? Спасибо, что пришел. Я рассчитывал на самом деле на большее. Это твоя плазмида? Немножечко. Ну, слушайте, кто мог притянуть тот коробок, который мы находили в предыдущей комнате? Где я тогда видел? Вот здесь, да? Ой. Так. Понятное дело, что нам нужно вернуться обратно, но у нас еще не изучена целая комната. Это вот это вот. Безболезненный стоматолог.
какого черта тут делаешь, чел? Странный парень. На проверочку, на всякий дело. Поехали. Хотя я мог просто заплатить, и чтобы он автоматически сломался. Тоже как вариант. Ну типа, если что, я сломаю, заберу. Что в тебе там еще есть? Так, Евы нигде нету. Так, лам, пока не буду управлять. Ха! Окей. Так, это взломщик, стол, хавчик, деньги, время, ладно. Зря выпил. Так, там газета. Ладно, там больше ничего нету. Что за херня? О. А чё меня тэпнуло? Иногда мне жаль эту дурёху. Такое скудное воображение. Мишка мордашка. Сейчас он говорит, я возьму, посмотрю, что будет. А мне нужно скоростной взломщик, о, неплохо. Адам — это холст для генных модификаций, а плазмиды — это краски для холста. Окей. Так, новый инженерный тоник скоростей. Самый популярный продукт линейки суперхакера. Скромный взломщик позволяет вам выиграть время, чтобы вскрыть любое электрическое устройство. Со скоростным взломщиком время на вашей стороне. Ну, это неплохо вообще. О, бинты еще есть. Что за звук? Может, он был хороший? Он меня не трогал, пока я стоял. Ты был хороший, чел? Возможно, он был все-таки хороший. Ладно. Или тут закончим. И дальше уже потом с вами пойдем. Ладно, давайте, наверное, да, на этом мы с вами закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.